Здравствуйте, друзья. Мы снова у нас на стройке. Значит, прибивается металлический уголок. Там был сначала другой сделали уголок, но он был прямоугольным, и мы попросили заменить на такие округлые, потому что у нас в доме они округлые. Вот, чтобы было одинаково, как во всем остальном доме. Вот тут вы видите громадные такие залежи. Светик, скажи, что это за залежи? Что вот это вот? Это шкафы, которые будут установлены. Они будут установлены. Светлана объясняет что-то там контрактам. Им если не сказать, так они что-нибудь не так сделают. Вот в частности, вот те уголки прямоугольные, они сделали из лучших, как бы, чувств, но не спросив у нас, поэтому так как-то получилось. Вот, ага, здесь они заделали. Свет, а ты можешь сказать, что здесь? Да. Серик. Серик, а что тут было? Почему заделали фанерой? Что там произошло? Заделали фанерой, потому что structural engineer, так, он ошибся, он думал, что не будет окон здесь. Да. И он нарисовал вот это, называется shear wall, это несущая стена. Так. И он нарисовал ее здесь. Левее. Но в этой несущей стене не положено отверстие никакие. Да. То есть, когда сделали отверстие, было понятно, что нельзя здесь ставить фанеру вот эту. Так. Поэтому он перерасчитал, мы заплатили лишнюю $1000. Мы оказались крайне виноваты, не то, что он не заметил. Но. Разобрали здесь все, поставили здесь шерлок, что тут нет никаких материалов. Окей, окей. Да. Значит, тут что происходит, что сейчас пришли ребята, которые должны за основной бригадой устранять недостатки. И он, и Светлана им говорит, видите, там потрескались кончики, и, в общем, потрескались кончики, то не так, здесь не так. В общем, их задача привести в соответствие. Вот, допустим, вот видите, чего-то такое тут шуршавое, какое-то неправильное, побитое. Значит, они будут переделывать это. Вот. Ну и что касается штукатурки, значит, это не последний слой еще, будет еще один. Ну, в общем, вот так они более-менее выровняли. Если бы они читали комментарии, которые у нас пишут большие знатоки американского строительства, может быть, они бы уже давно все поувольнялись. А так они просто продолжают замазывать стеночку. Так вот. Я снимаю на камеру GoPro и не могу наводить там ближе, дальше. Нет такой фишки здесь. Там фиксированный фокус, так что. Вот так. Сейчас в тень зайду. Ага. Вот так все происходит. Вот там, да, подпол наш. Так, 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 так. Вот, собственно. Вроде так и ничего, я бы сказал. Ничего. Вот и будет еще один слой и покрасит потом. Да, вот такие дела.